В Ангарске такая операция проводится впервые. Хирурги восстанавливают больному нормальную функцию кишечника по совершенно новой технологии. Раньше из-за отсутствия дорогостоящего оборудования этот метод оперативного вмешательства был недоступен. Ранее эти операции протекали, делался большой разрез на передней брюшной стенке, да, кишка выводилась наружу, резекция и ручным способом сшивали, что удлиняло процесс операции. Проводить уникальные не только для Ангарска, но и для региона операции медучреждению позволило участие в программе модернизации здравоохранения Иркутской области. В течение последних 2 лет больница получила сразу несколько современных медицинских установок. Они позволяют, кроме прочего, сделать оперативное вмешательство менее болезненным и сократить восстановительный период. Все это затягивалось на как минимум 2 недели, потом в больнице лежит. Вставать начинает на 3-й день, аппетит появляется на 5-й день, там отпадает, то тут все упрощается. Благодаря новым технологиям. По словам администрации больницы, в этом году внедрение и освоение новых методов щадящего лечения будет продолжено. Приобретенным опытом врачи готовы поделиться с коллегами из других медучреждений. Яна Романова, Наталья Никифорова. Новости сейчас.